Отдохнуть, погреться на солнышке и пожарить шашлыки смогут камчатцы на предстоящих выходных. Циклон, который в компании с сильным ветром заглянул на полуостров в пятницу, быстро пройдет, чтобы не портить планы жителям края. У нас субботу-воскресенье хорошая погода, без существенных осадков. Ветер вот еще сегодня днем, ночью, завтра уже стихнет. Там все хорошо. А вот 1 мая обещает быть пасмурным. Синоптики прогнозируют днем в понедельник мокрый снег с дождем и ветер.